Здравствуйте, уважаемые гости. От лица всех спортсменов я бы хотел поздравить наших ветеранов с юбилеем скалолазания. Вы сделали скалолазание делом своей жизни, и благодаря этому мы все сейчас здесь. Спасибо вам огромное. Тогда мы мочили. Самыми, конечно, потрясающими моментами, эмоциями было то, когда я выиграла все виды чемпионата СССР в 1971 году. Готовы? Вот моими мозгами, мне кажется, я бы с вами еще поборолся. Конечно, физическая форма уже не та, но вот с удовольствием. Потому что я мастер спорта, между прочим, в калошах выполнил СССР. Разминка у меня. Держу флажок. До этого мы занимались скалолазанием, и трассы совсем были другие, как бы. Лазание на скорость и на скалу. Потом, как бы, мы стали выезжать на международные соревнования. Там, как бы, скорость вообще не было. Как бы, и мы заново практически начинали учиться лазить. Практически 5 лет я занимался одним видом спорта. Через 5 лет мне пришлось все по-новому. Знаете, я даже завидую современным скалолазам, потому что нам приходилось лазать в любую погоду, где только мы не лазали, на развалинах, по кирпичам, по каким-то там камням. И я помню, как я выступала в соревнованиях, я 3 дня ждала, когда будет погода, никак не начинали старта. У меня был далекий номер, и шел дождь непрерывно. И поэтому я завидую нынешним скалолазам, которые лазают в открытых, в закрытых помещениях. Во, это был главный вид программы индивидуального лазания. Это то, что сейчас называется трудность. Когда тебе показали 100-метровую трассу, и ты ее видишь первый раз, и тебе надо на нее залезть за 5 минут, мы тренировались от 80 до 100 километров в год по этим трассам, лазали 80-100 километров в год. Тогда впервые они видели, в чем мы лазаем. Смотрели на наши галоши с большим удивлением. Даже кто-то из гостей подошел и хотел у меня попросить галоши в музей. Вы знаете, я очень скромный была человек, и мне казалось, что ой, это нехорошо отдавать. В общем, короче, я не отдала свои галоши. Они через некоторое время, глядя на нашу обувь, я так думаю, они увидели, в чем мы лазаем, и вот произвели скальные туфли. Моя мечта была стать олимпийским чемпионом, и судьба.